сектор шанс. Вы можете открыть любую букву. Буква У. Прошу вас, крутите барабан. О, супер. Буква О. Я хотел бы слово целиком назвать. Сектор приз. Деньги или приз? Деньги хочу. Вы в этом уверены? Конечно. Пожалуйста. Переход хода к Ксении. Ксения, можно вас поближе сюда? Передаю привет родным, маме, самое главное, потому что я ее очень сильно люблю. Я эту передачу обожаю. Поле ПДС. Не ПДС, а ПДС. Поле ПДС. ПДС, ПДС. 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 Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. В эфире капитан шоу «Поле ПДС». Меня зовут Евгений Ширяев, я ведущий этой передачи. Рядом со мной стоит... Даниил. Даниил, наша первая одиночка игроков. Обратите внимание на табло. Вам нужно будет угадать слово из 10 букв. 10. Слушайте внимательно. Хорошо? Окей. Если кто-то назовет тебя идиотом, и ты согласен, ты обидишься. Но если кто-то назовет тебя идиотом, а ты знаешь, что ты не идиот, ты просто рассмеешься. Если ты обижаешься, значит, ты принимаешь, что ты идиот. Обижаясь, ты показываешь себя. Часть тебя, которую можно обидеть, это твое. Что же это твое? Даниил, прошу вас, крутите барабан. Предназначение? Давайте не будем кидаться неправильными ответами. Я предлагаю сейчас просто крутануть барабан. Кручу барабан. Ну, что хочешь, кручу барабан. Крутите барабан. Крутани барабан. Пока крутится барабан, можете немножко рассказать о себе. Ну, я пока живу на улице, так получилось. Я одиночка, одинокий волк. Ни с кем не общаюсь, не люблю общаться. Вот так вот. Больше не могу ничего рассказать. Я заметил, что вы стоите с вашим другом, он да, позади. Да, со знакомым. Он одиночка тоже, волк? Нет. Он живет на этом... Кировский завод. Ну, вы хоть он, а ты одиночка, но вместе вы уже не две одиночки. Ну да, так получается. Сколько же годиков вам, Даниэль? 20. 20 лет, и ты уже бомжара. Ну, не бомжара, а пока бездомный. Прописка есть? Есть. Выгнали из дома? Да. Выгнали из дома. Что он натворил? Ничего, просто так. Просто это личное, я не могу рассказывать. Пьешь, наверное, синьку? Ну, синьку пью, но... Не и сейчас этого. Пьешь синьку? Не сейчас. Я пил. Но собираешься... клюкнуть сегодня. Ну, если получится, да. Но так не хочу, честно говоря. Треснуть бы тебе подзатыльничка, но у нас очень серьезная передача. А! Сектор 0 на барабане. Открывай любую букву. А. Буква А! Нет такой буквы. Крутю барабан. Ну, родители у тебя есть, да? Да, но мать со мной общаться не хочется. Из-за того, что ты любишь прибухнуть? Ну, есть такое. Помимо прибухнуть, какие-нибудь еще спецэффекты нет. Закидываешь? Нет. Только синьку? Да. Ну, елки-палки. О! 1 балл на барабане. Д. Буква Д. Где же ты живешь? А, крути барабан. Где же ты живешь-то вообще? В
Каппадосе. В подъезде. В подъезде? Да. А писишь, какаешь, вот это вот все? На улице. Просто на улице ссышь и стерешь? Ну, если есть бесплатный туалет, то да. А под мы... А и сколько ты уже дней на улице? Пару дней. А, пару дней? Да. Ну фигня, скоро пойдешь домой. Само собой. Конечно, все будет нормально. О, сектор шанс. Ты можешь открыть любую букву. Блин. Обрати внимание, 10 букв на табло. Можно помощь друга? Любую букву открой, первую, вторую. Первую. Итак, мы открываем первую букву. Буква Н. Кстати, что был за вопрос? Ну, типа, я идиот, не идиот. Типа такого. Блин. Первая буква Н из 10. Можно все-таки помощь друга? Помощь друга пока такой функции нет. Не придумали в этой передаче. Крути барабан. Так. 2 дня ты шароебишься, значит, да? Три. Три, уже три. Ага. Чем питаешься? Ну, бывает, покупают покушать. Сегодня шаверму поел. С другом. Мне... О! Сектор приз на барабане. Что же лежит у меня в правом кармане? Вы берете это или все-таки возьмете деньги? Деньги. Итак, вы берете рубль, правильно? Рубль или приз? Деньги. Рубль? Может быть, там приз на 500 рублей. Ты об этом подумал? Вот я сейчас. Может, думаю. Там ключи от квартиры? У нас передача сумасшедшая. Нас смотрят 1,5 миллиарда человек каждый день. Давайте приз. Мы почти богатые люди. Давайте приз. Я купил себе самокат в прошлом году. Приз. Электро. Приз. 3 рубля. Приз. 5. Приз. 34 рубля. Приз. Приз. В студию. Можно поближе тебя еще раз сюда? Скажи, рекламная пауза. Рекламная пауза. Ну, будь креативна. Рекламная пауза. О! Протеиновые коки. 20% протеина. Если вы мало едите еду и бомжуете, хорошая еда. Всего лишь 26 рублей. 7 шагов я купил. Аналог очень дорогой. Это по дешевке. Состав еще не читал. Уверен, что полное говно, но... Это лучше... Нет, смотри, белки 7 грамм, жиры 6,5, углеводы 15. Пшеничный белок, контракт сукарал. Неплохой состав. Сладкое жрать вообще вредно. Но такие штуки, мне кажется, еще вреднее. Но все же, ешьте на здоровье, если вы ешьте всякую ерунду. Это твой приз. Крути барабан. Хорошо, мы смещаемся, если переживаем по этому поводу. Какой алкоголь ты предпочитаешь? Пиво? Пиво только. Ну, я так тебе скажу. Начиная рано употреблять синьку, ты, если ты не остепенишься, если ты не остепенишься, ты сдохнешь. Но если ты остепенишься, ты будешь очень даже адекватным человеком, который просто больше не будет бухать. Или очень редко. Просто будешь такой бокальчик держать какого-нибудь просека, так... О, спасибо. Потихоньку. Все, да. Потихоньку. Главное, чтобы ты осознал в моменте, что все, я уже вырос, хватит. Если ты осознаешь, что потом ты будешь босс. Дядя, поверь мне, ты будешь крутым чуваком. Все люди, которые бухали по малолетке, стали крутыми чуваками. Главное, вовремя остепениться. Не остепенишься, будет тупо сдохнешь. Все. Называй букву. Первая буква Н. Если тебя называют идиотом, и ты... Неудержимый? Нет. Если тебя как-то обзывают, обижают тебя, и ты ведешься на это. Неадекватный? Послушай ты меня. И ты ведешься на это.
ты капризничаешь, обижаешься, также человека оскорбляешь, это значит, что ты действительно такой и есть. В тебе говнецо-то есть. Если ты знаешь, что ты не такой, ты скажешь, да и шут с тобой, поржешь по этому поводу. И лишь та часть тебя, которая обижается когда-либо, это твое «н». Понимаешь? «Н» и еще 9 букв. Назови букву какую-нибудь. О. Есть такая буква. И это последняя буква. Ого. «Н» тра-та-та-та-ти-та-та «О». Блин, фоткают. Кто фоткает? Хочешь, я скажу им, чтобы они нас не фотографировали? Скажи. Даниэлю не очень нравится, что вы занимаетесь фотоохотой. Даниэль просто из криминалов, поэтому сами понимаете. Есть такое? Что-нибудь воровал? Нет. Молодец. Кручу барабан. Крути барабан. Сейчас подождем, он прокрутится. О, кстати, да, передай пока кому-нибудь привет, если хочешь. Ну, из родных я передаю маме привет. Маму как зовут? Ольга. А по батюшке? Оля. Ольга Ольговна. Ольга Вячеславовна. Ольга Вячеславовна, здравствуйте, мы вас приветствуем. С нами Данька, ваш сын. Он, конечно, засранец, молодой еще, молодой засранец. Но ничего, поверьте мне, в будущем это очень крутой и добрый, и очень хороший парень. Мы-то знаем. Я-то знаю, брат. Буква. М-О. Блин. П. Не парься, крути барабан. Крути барабан. Опять фоткает. Заебал. Это уже какой-то другой. Ага. Да забей. Ну подумаешь, он фоткает. Может быть, после этого видео мы с тобой наконец-то станем мега популярными чуваками. Нам еще бабосиков кто-нибудь отстегнет. Тебя найдут, будут водить тебя на всякие передачи. Как этого, который в такси-то отличился. Все, звезда. Стрижет валюту, как дьявол. Ого. Сечешь? Прикольно. Прикольно. Поэтому пускай фотку. Тебя и так снимает раздражает. Камера сейчас. Кем, кстати, хочешь стать, когда вырастешь? Программистом. Чтобы работать в любых странах, да. И городах, и сел. Да. Куда-нибудь хочешь уехать? Ну, хотелось бы. Да. Да. Куда, например? В Испанию. О! Супер шанс! Ты можешь открыть любую букву. Вторую. Вторую. Вторая буква, открываем. Буква Е. Не. И, кстати, раз мы открыли букву Е, мы открываем еще две буквы Е. Это четвертая буква и шестая буква. Пока крутани барабан. Ты немножко неправильно крутишь. Можно вот так вот ты должен? Ты что, не раз... Вот. О! На барабане 3 балла. Называй какую-нибудь букву. Дочь Т. Есть такая буква. Что это у тебя, Библия? Вау, у тебя четкий причесок. Спасибо. Хорошо, что еще погода 0 плюс 1. А так бы, если холодрыга была бы. У меня шапка есть. Шарахает солнце. И третий шарф. День по улице. О, супер шанс. Ты можешь открыть любую букву. Давай третью. Буква В. Не ве. Не ве. Не. Невежество. Невежество. Браво. Итак, аплодисменты нашему победителю нашей игры, капитан шоу Поле Чудес. В подарок, естественно, мы даем тебе вот такой вот батончик кокос мята. Скажи, рекламная пауза. Рекламная пауза. А покреативнее. Рекламная пауза. О, Финикс. Финикс. Финиковый батончик кокос мята. Срок годности 9 месяцев. Содержит только натуральные сахара. Состав финик, кокосовая стружка, яблочное пюре, сгущенный экстракт. Всего лишь 14 рублей. Все удовольствие, и это очень хороший подарок, чтобы подарить его капитан шоу Поле Пыдес. Ладно, я обещал тебе какую-то копеечку, да?
изначально Даниэль подошел ко мне, чтобы стянуть у меня лавейхи. Ну что греха таить, да? Так точно. Я дам тебе 100 рублей, хорошо? Хорошо. Ты не обидишься на меня из-за того, что сумма столь мала? Да нет, нормально, сойдет. Нормально. И ты купишь себе, наверное, пивалдер, да, на эти бабки? Признавайся! Посмотрим. Ладно, раз обещал... Я эту передачу обожаю. Всем рекомендую. Рекомендую, подписывайтесь на поле ПДС. Не ПДС, а ПДС. Поле ПДС. ПДС. Не понимаю, как говорить. ПДС. Я путаюсь, но все равно. Передаю микрофон. Хочешь, мы оставим какие-нибудь твои контакты, кто-нибудь может поможет тебе? Там, какой-нибудь тебе центр реабилитационный, там где подзатыльников тебе натрескают, чтобы ты больше не расслаблялся здесь. Найдите ВКонтакте по верхнему собака Акабов 09. Вот, найдите его и натрескайте ему подшлепников, чтобы он уже наконец-таки 21 год стал этим. Нормальным человеком. Нормальным пацаном. Без этой синебасы всякого этого говна этого. Все, давай, Даниэль. Аривидерчи. Зови своего кореша. Как зовут кореша? Алексей. Не знаешь, как его зовут? Не-не-не, Алексей. Леш, вставай сюда, пожалуйста. Вот сюда. А я буду оператором. Да, ты будешь оператором. А я пока батончик. А ешь пока батончик. Алексей, здравствуйте. Вы тоже алкоголик? Не всегда. Когда работаю, я не пью. Кем иногда вы работаете? Монтажник. Что, монтируете какие-то видосы? На заводе Якобс. Якобс — это кафе? Да. Три в одном? Не обязательно. Как вы познакомились с Даниэлем? Давно просто знаю своего друга, как бы, и всегда за него стою, заступаюсь всегда. Что ж, не приютить это, ребенка? Я его звал сегодня. А он что говорит? Подожди немножко, доедем. Господи. Итак, внимание, вопрос. Будьте, пожалуйста, внимательны, Алексей. Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Он безразличен к человеку. Все происходящее вокруг нас – всего лишь отражение наших собственных мыслей, желаний, чувств, поступков. Мир – это большое. Что же большое это? Крутите барабан. Алексей, крутите барабан. Кручу барабан. Не кручу барабан, а просто крутаните его разок. Кручу барабан. Вот, вот так вот берете его и вот так вот крутите. Ну, пожалуйста, покрутите барабан. Вы немножко неправильно крутите его. Вы берете вот так вот и в эту сторону просто толкаете. Давайте я за вас крутану барабан. А, еще немножко о себе, 33 года. У вас, наверное, есть дети. Разведен. Зашел с своей, ну, бывшей женой, как бы. Ну, не сошлись характером. 6 баллов на барабане. И 6 очков. Называйте букву какую-нибудь. Буква А. Буква А. Очень сильно сейчас крутанули. Сейчас он посложно прокрутится. Это у вас родимое пятно или вы получили случайно по ляпе на досуге? Расскажите об этом. Наступился за друга, как бы, и получил. На друга наехала компания каких-то безобразников. Я за него заступился, и результат такой, ну, таковой, как говорится. Удар был кулаком. Прямой или он был прямой? Немножко боковой? Прямой. Это был прямой удар, да? Там была какая-то печатка или что? Да. Сектор шанс. Вы можете открыть любую букву.
Буква У. Нет, вы можете не назвать букву, а просто открыть, она откроется, я вам скажу, какая это буква. Какую букву вы будете открывать? Гласную или согласную? Первую, вторую, третью, всего 7 букв. Буква Е. Вы можете просто открыть букву, не обязательно называть ее, это бонус. То есть вы, например, говорите: о, как здорово, открываем первую букву. Открываем третью букву. А что не первую? Так. Итак, открываем третью букву. О, буква Р, ракета. Готовы ли вы ответить на вопрос и назвать слово целиком, или будем крутить барабан? Будем крутить барабан, да? Пожалуйста, крутите барабан. Вот так вот, ищите. Так. Мне просто рука болит. А, рука болит. А вы другой рукой. А, вы же дрались. А получается, вы тоже накидывали кому-то, накепывали, правильно? Защищать же себя надо как-то. А, то есть это был блок. Это был блок. Понятно. Крутите барабан вот этой рукой тогда. Вот этой рукой. А, этой рукой тоже вы делали. Давайте я за вас крутану барабан. Совсем. Откуда вы приехали к нам? Кировский завод. Краснопутиловская, 10. Квартира? Четвертый этаж, правильно? Да. Мне запикать? Да нет. Пускай приходят, да? Я все-таки запикаю, хорошо? Не хочу брать грех на душу. О, наконец-то барабан прокрутился. А у вас 3 балла. Прошу вас, какая буква? Буква Р есть? Буква R есть, она третья. Вы уже ее открыли, когда был супер шанс, она открылась. Вот обратите внимание на табло. Третья буква открыта из 7 букв. Сейчас вы называете букву. Космос. Вы помните, какой был вопрос, Алексей? Честно, не помню. Все происходящее вокруг нас всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний, поступков. Мир – это большое. Большое что? Большое желание? 7 букв, 3 Р. Грубо говоря, все говно, которое происходит вокруг тебя – то, что ты видишь, это тот мир. Но мир не хочет делать тебе все это, обсыпывать тебя всей этой грязью. Он лишь твое отражение. Получается, мир – это большое. Мироздание? Назовите какую-нибудь букву, Алексей. Буква З. Буква З. Буква З. Залупа. Действительно, у нас есть эта буква, и это первая буква. Итак? Зарплата. Мир – это большая зарплата. Но это же не так. Но это не так, с одной стороны. Смотри, с какой стороны посмотреть. Можете ли вы, Алексей, тремя словечками повторить нам вопрос, который мы задали вам? Пока крутим барабан, я вместо вас это сделаю. Не помните, да, вопрос, который я вам задал? Я понимаю, но просто у меня губа болит как бы из-за этого. Ёк-макарёк, это все из-за губы. Ничего, схожу в травму, зашью. Драка была вчера?
Да? И вот вы сейчас очухались, что надо идти в травму зашивать? Сектор «Шанс». Вы можете открыть три любых буквы. Какие же это будут буквы? Типа вторая, четвертая, пятая. Первая буква «З». Вторая, третья буква «Р». Вы можете открыть три буквы. Это сектор «Супер Шанс» просто какой-то. Предпоследняя буква. Предпоследняя буква «Л». Еще две буквы. Даня подсказывает вторую и четвертую. Давайте я за вас открою эту букву, хорошо? Вторую букву открою. Это буква Е. Зе, третья буква Р. И четвертая буква К. Какое слово? Зеркало. Браво! Победитель в нашей одиночке игроков. Алексей, вам в подарок дается гематоген для того, чтобы губа побыстрее вылечилась и выздоровела. Можно сказать рекламную паузу? Рекламная пауза. Бегемотики, Бонди, гематогены говорят, что это сделано из крови быка, но все это брехня по-любому. Сахар в составе — это ужас просто. Все это такое говно, но если вы едите всякое говно, а вы едите, вы думаете, что вы не едите. Ибо сладости – это такое же безобразие, такой же наркотик, как и наркотик. Все это от Лука Святого. От Лука Святого, пожалуйста. Это ваш подарок. Спасибо за эту вечеринку. Передаю привет родным, маме, самое главное, потому что я ее очень сильно люблю. Она знает это. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всем до свидания. Всем пока. Все, ребята. Спасибо. Ой, Даня, красава. Что, у нас тут снимало все? Да. Ну, по ништяку. Я не знаю. Но если, Даня, ты хочешь заработать еще сотку, ты должен быть сейчас моим оператором. Давай. Все, давай. Стой здесь. Твоя задача, Даня, чтобы мы все были в кадре. Понятно. Ну, как я делал. Да. Добрый вечер, дорогие друзья, и в эфире капитан шоу «Поле Пыдес» и наша двойка игроков. Ксюша. Илья. Итак, прежде чем, Ксения, вы будете крутить барабан, давайте я озвучу вопрос. Я не буду это читать 20 раз. Слушайте внимательно. Голова человека заполнена всевозможным бредом. Этот бред ему не принадлежит. Он передан человеку политиками, родителями, учителями, телевизором, обществом. Голова наполнена всевозможным дерьмом. И она пытается доминировать над этим. Единственная надежда – это слушать этого и двигаться с ним. Что это? Крути барабан. Крути барабан. Кручу. Берется эта штука, и вот так вот ты ее крутишь. Давай. Давай. Нет, смотри, что ты делаешь вот это вот? Бьешь по барабану? Да. Вот барабан, у него есть ручки. Ты его крутишь. Кручу. Немножечко о себе, пока крутится барабан. 17 лет. В Питере родилась. Что еще можно рассказать о себе? Как вы к нам приехали сюда? В плане, как приехали, здесь живу. На нашу передачу. Вы пригласили нас. Все. Это же вранье, я же вас не приглашал. Давайте говорите правду, пожалуйста, Ксения. Мы стояли. Вы нас позвали. Все. Да. О, сектор. Обычный сектор. Называйте букву какую-нибудь. А. Переход хода переходит к нашему следующему игроку. Помните, как его зовут? Илья. Илья, немножечко расскажите о себе. Я из Питера, родился в Архангельске. Вот, значит, с Ксенией мы встретились.
хотели прогуляться, и тут вы подходите к нам и говорите. Точнее, нет, вы даже не подходите, вы нас подзываете к себе и говорите, давайте поиграем в... Сектор приз! Сектор приз на барабане. Итак, деньги или приз? Приз. Вы же не знаете, сколько денег. Но я не знаю, что за приз. 5 рублей. Тогда деньги. Если мыслишки о том, что в моем кармане, может быть, это будет iPhone. Может быть, это будет не iPhone. А тут 5 рублей, и все. Приз или деньги? Деньги. Ксения, прошу прощения, но вы сейчас не угадали, поэтому ваши комментарии излишних. Приз или деньги все-таки? А вы пара? Да. Будущая жена... Будущая или прошлое? Будущая жена говорит все-таки приз. Тогда приз. 33 рубля. Это приз. 50 рублей. Приз. Сотка. Не, приз. Приз в студию. Светодиодная зарядка, фонарик, огонек. Скажи, рекламная пауза. Да, хорошо. Рекламная пауза. Вот такой фонарик. Есть зарядное устройство. Фонарик может светить и вот так, и вот так он по-разному и выдвигается, и может еще вот так вот светить. Ну, вот так он вот светится. Круто, в метро 200 рублей. Я же говорю. В метро 200 рублей все удовольствие. Это стоило мне. Вещь-то хорошая, но по сути полное говно. Почему? Потому что если вы его зарядите, то оно проработает максимум 15 минут. Я хотел его выкинуть, но думаю, ха, зачем же выкидывать, когда можно подарить этот фонарик. Я спрашивал, как тебя зовут. Илья. Илье! Пожалуйста. Он сейчас разваливает. Ну, а так хорошая вещь. Если бы не такая поганая внутренность, касающаяся аккумуляторной ценности. Хорошо. Букву! Сейчас. Г. Г. Говно. Переход хода к Ксении. Ксения, можно вас поближе сюда? Ксения, крутите барабан. Супер. Вы помните, какой же был вопрос? Да, частично помню. Хотя бы своими словечками раскудахчите нам. Не получится. Как же вы будете сейчас отвечать букву, когда вы не помните вопрос? Спокойно. О! 0 баллов на барабане. Пожалуйста, говорите букву. Я. Илья, помните... Крутите пока барабан. Помните ли вы, что же был за вопрос? Что-то про втирание в голову правительством, там, телевизором, кем-то еще. И надо угадать, что это такое, наверное. Что нам подсказывает... Кто нам втирает? Да. Немножко не так не все так, это. Да. Все переврал. Илья все переврал. Так. Давай я еще раз озвучу вопрос. Голова человека. Ксения, вы слышите? Угу. Голова человека заполнена всевозможным бредом. Этот бред ему не принадлежит. А откуда он взялся? Из телевизора. Родители там где-то в детстве сказали, и сейчас говорят, вот так вот надо делать. Учителя говорят, вот так вот надо делать. Есть и хорошие вещи, но есть бред. В основном, 90%. Но этот бред нам не принадлежит. Он в уме, но нам-то не принадлежит. Единственная надежда, вот чтобы не впариваться в этот бред, не идти на поводу у этого бреда, который впендюривает нам с самого раннего детства. Нужно слушать это и двигаться с этим. Называйте букву. S. Буква S, первая буква. Прошу вас, крутите дальше барабан.
сколько вам годиков? 20 лет. 20 лет, а Ксюшке 17. Да. И вы ее ковбой. Да. Вы еще не целовались. Нет, ну до свадьбы нельзя. Конечно же, нельзя. Только в кафе мороженое. Конечно. Все верно. 1 балл. Пожалуйста, называйте букву или можете назвать слово целиком. Я хотел бы слово целиком назвать. Итак, внимание, Илья хочет назвать слово целиком. Хочу вас предупредить, если вы назовете слово целиком, и оно будет неверным, то будет пыдес. Я попробую. Сердце. Совершенно правильный ответ, Илья. Вам в подарок мы хотим вручить... Скажи, рекламная пауза. Рекламная пауза. Протеиновый коки Е. 20% only fit height протеин. Шоколада. Сахар тоже. Вот эти все эмульгаторы, ароматизаторы. Это все, конечно. Но я знаю, что есть сегмент подороже. Он там рублей 150 стоит. Печенюшка такая. Нет, хотя может уже и двушка, извини ты меня. Это пока не пробовал. Но думаю, что с пивалтром покатит. Пожалуйста, это себе. Не оставим и без призов утешительных подругу Илью, Илья, Ильи и нашу участницу Ксению. Only Fit Protein Energy Bar Double Chocolate. 20%. Пожалуйста. Спасибо. Не за что. Можете передать кому-нибудь привет. Начнем с Ксении. Передаю привет Насте и Кате. Все. А я передаю Амир, Даня, Ролан. Всем привет. Вот, друзья мои. Я не буду передавать привет никому. Спасибо. Это была передача «Капитан Шоу» Поле ПДС. До свидания. Ага, то есть у вас это уже врубаться. Спасибо, братишка. Все, больше не надо. Хрен знает, так-то вопросы еще есть. Давай, если что, далеко не уходи тогда. Да? А это какая-то тема определенная есть. Это шоу, капитан шоу Поля ПДС. Это капитан шоу Поля ПДС. Хотите участвовать? Ну. Да, хотите? Хорошо. Ну, давайте. Давайте участвовать. Даня. Еще раз подсоби мне, пожалуйста, немножечко. Так. Можете встать, пожалуйста, вот сюда? Ох, замечательно. Норм, да? И это капитан шоу Поля ПДС. И в нашей студии наша участница по имени... Вера. Вера. Итак, Вера, сейчас я озвучу вопрос, после чего вы будете крутить наш барабан. Секундочку. Так, не подглядывайте, потому что здесь есть ответ. Да. Это сказал Владимир Маяковский. Одна из величайших кощунств над человеком и природой. Что же это? Прошу вас, крутите барабан. Крутите барабан. Можете просто крутануть барабан? О, все. Нет, просто вот так вот. Вот так вот. О, супер. Учитесь, работаете? Пенсия, ну я торгую. Здесь на улице неофициально работаю. Ну, торговля. Понятно. Пока не разрешают. Ну, эти не подходят. Нет, это не, понятно, кто. Ну, ты просто, я не люблю, когда вот так спрашивают. Трогает там, не трогает, гоняет, не гоняет. Ну, зачем? Терпеть это... не могу тоже. Ей-богу. Вот когда вот я стою, все, мы стоим. Если там что, мы сами тогда разбираемся уже на месте. Надо, когда договориться с человеком, можно, конечно, найти хоть какой-то компромисс. Понятно. Все же мы, все же, кому-то что-то надо там. Кто один тут поет, другой пляшет, прямо ходит. Кто там просто да так подходит. Да лучше бы может. Шлем бы нашли. Сектор приз! Сектор приз. Какой-то приз лежит в кармане у меня. Деньги или приз? Деньги. 5 рублей. С меня, что ли? С меня.
Или приз? Приз. 15 рублей. Деньги. А вдруг у меня приз там рублей за 250? За 300? Ничего там нету. Вы не верите? Нет. Там если есть, там копейки и все. 35 рублей. Ну, ой, как много. Деньги или приз? Деньги хочу. 100 рублей. Это деньги или приз? Типа аукцион получается. Деньги или приз? Деньги, это как деньги. В поле ПДС. Да. Помните, там этот был чемодан? Ну, а в этом помню. Чемодане, может быть, ключи потом... от квартиры лежат. Да ну, наши... Может, от машины ключи у меня лежат. Я вам сейчас вот дам эти, а вы 15 рублей. Да, ну, совесть у вас быть. Есть? Не может быть. 100 рублей или приз? 100 рублей. Вы в этом уверены? Конечно. Я бы хотел. 100 рублей взяла бы. 100 рублей в студию. Типа аукцион. Какой аукцион? Это капитан шоу поле пути. Аукцион, аукцион. Одна буква там пропущена. А что ты говоришь, Мака? Спасибо. Да подождите, не уходите. Мы же продолжаем участвовать. Итак, что же был за приз? А приз был... протеиновые кукие. Я даже не знаю, что это такое, зачем. Пионат 150 калорий, да, он кукие. Правильно выбрала все-таки. Согласен. 26 рублей всего не стоит. Ну вот, а я взяла 100. Это сатен, извини меня. Вот. Вы можете назвать букву? Любую? Любую букву. На табло, как видите, 5 букв. Маяковский сказал, это одно из величайших кощунств над человеком и природой. Что это? 5 букв. Называйте любую букву. Нет, тут буква. Подсказывает мне. Буква. Это вандал. Вандал. Скажите букву В. Нет. Назовите буква А. Есть такая буква, и это последняя буква. Буква А из 5 букв. А-а-а. Последняя буква А. Прошу вас, крутим барабан. Так. Это было здорово. Может быть, передадите кому-нибудь привет? Всем, кто вон там торгует. Мы тут видим друг друга каждый день. Еще раз, у меня никого нету, собственно, кого могут. Кто меня может смотреть, никого нет. Никто. О, сектор шанс. Вы можете открыть любую букву. Вторая. А что не первая? Нет. Смотрим на табло. Буква О. Вторая буква О. Значит, там последняя была А. Ага. И вторая О. Вторая О. 5 букв. Как сказал Маяков. Во. Ну, такого даже не знаете. Буква В первая не может быть. Такой. Буква В первая. Ну вот. И последняя А. И что, да. Что-то остается? Волга. Одно из величайших кощунств над человеком и природой. За Волгой. Над Волгой, да, потели природу на Волге. Давайте поразмыслим. Если в мире происходит безобразие, да. Глобальное, это кощунство. Катастрофа. Катастрофа над и человеком, и над природой. Что же такое делают люди, что является сием безобразием, сием невежеством, сием хулиганством? Первая буква В. Вандал. Вторая буква О. Еще две буквы. И буква А последняя. О. Крутите барабан. Какой сектор? Пока еще крутится. Звонок другу, да? Еще не было. Пока еще крутится. Я звонить не буду, никого нет. Нет, нет. Вроде пропустили. Тогда другое что-то. Сейчас он звонить мне некому никого. Спрашивает, а что? А если и было бы, все равно не стал. Сектор обычный. Называйте какую-нибудь букву. А то слово-то мы не открыли. Первое. Ну, мы уже открыли почти 3 буквы. О. Первая буква В, она открылась случайно. Вторая буква О. Последняя буква О. А. Еще две буквы. Назовите
какую-нибудь букву. К. Нет такой буквы. Крутите барабан еще раз. Да? Спасибо, Даня. Супер. Ко. А. Во. Нет такого. Вот это слово, которое... Супер шанс! Вы можете открыть любую букву. Третья. Третья буква. Смотрим на табло. Буква Е. Буква Е. А. Война. Война. Наша победительница Вера. А по батюшке? Николаевна. Вера Николаевна, наша победительница. Мы вас поздравляем. Спасибо за участие в нашей передаче. Приз вам. Он ли фит, вот такая вот вкусняшка. Ну, вы знаете, вот, грубо говоря, ее сожрал, и жрать особо не хочется. И вроде как все там, и белки, и жиры, и углеводы, все есть. А вот такую можно штучку вам еще скушать. Да, кокос, мята, финиковый батончик. Это шоколад или? А смотрите, гематоген еще есть, гематоген. Бегемотик, гематоген. Копейки стоило, теперь дорого. Да не, нормально это самое. Это из крови. Деньги есть. Да, кровь животных, это все они болтают. Да. Один сахар там, амортизаторы, все одна грязь. Не за что, здоровья, все, до свидания, всего доброго. Спасибо всем за просмотр этой телерадиопередачи. Ставьте, пожалуйста, лайки, если вам не впадло. Напишите какие-нибудь добрые, душевные комментарии. Когда комментарии хорошие и добрые, я их читаю, ставлю лайки этим комментариям и могу тоже как-то прокомментировать. Если ваши комментарии полное говно, я даже не собираюсь все это читать и слушать, вот эту вашу всю грязь. Потому что если вы пишете говно, значит, вас самих говнишка, будьте нате. Подписывайтесь. И отписывайтесь. Каждому свое. Хочешь купайся, хочешь пей. Вот такой вот Енисей. До свидания. Йоу, камон, камон. We'll be right back.